Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова я, Валдай. И сегодня мы начинаем еще одно новое прохождение. Прохождение игры под названием Heavy Rain. Или Тяжелый дождь. Ну или правильнее будет перевести Ливень. Эту игру по праву можно назвать одной из, пожалуй, самых лучших игр всех времен народов. Не зря она получила многочисленные положительные отзывы от игроков по всему миру, от критиков, от журналистов, от других разработчиков. И завоевала титул как игра тысячелетия от одного игрового журнала. Эту игру разработала студия Quantic Dream, замечательная студия, которая подарила миру также прекрасную игру Фаренгейт, и сейчас разрабатывает еще одну замечательную игру под названием Beyond Two Souls, которую, когда выйдет, мы обязательно с вами тоже пройдем. Ну а пока что давайте познакомимся с этой игрой. Жанр игры интерактивное кино, можно назвать так, то есть в принципе мы смотрим практически фильм, в котором принимаем непосредственное участие, ну и жанр этого фильма психологический триллер. Так что игра не для всех. Я поставлю ограничение 16+, потому что здесь на самом деле очень тяжелые сцены присутствуют. Игру прохожу первый раз, прохождение полностью слепое, поэтому, пожалуй, на YouTube я поставлю премодерацию комментариев, то есть они будут появляться только после того, как я их одобрю, для того, чтобы желающие поспойлерить сразу отправлялись в бан. Потому что игра не новая, ее наверняка уже много народу прошло, много народу видело. Вот. Но для тех же, кто не видел, для тех спойлер ни к чему. Ну, в том числе, конечно же, и для меня. Я немножко поиграл уже совсем чуть-чуть, просто в прологе проверил звуки, настроил громкость. Вроде все окей. Ну что ж, давайте начинать про новую историю. Так, новая. Да, отлично. Sony Computer Entertainment представляет. Продукция студии Quantic Dream. Суббота. Время 11:22. Ну что же, а вот и наш герой. Вернее, сказать будет один из героев, потому что я смотрел обзоры и знаю, что в игре несколько главных персонажей, и со всеми мы с ними познакомимся в течение прохождения. Но пока что вот первый из них. Давайте знакомиться с ним. В игре, кстати, очень необычное управление, да и в принципе, как сама игра в целом, она очень необычная. Оригинальная подача сюжета, потрясающий саундтрек. Может быть, кому-то покажется, конечно, не самая современная графика, но поверьте мне, здесь это далеко не самое главное. Так, попробуйте медленнее, чтобы лучше освоить контроль скорости. Давайте попробуем. Угу. Есть контакт. Нажмите R2, чтобы уйти. Используйте левый джойстик, чтобы изменить направление. Ну что ж, пойдем. Что у нас здесь? А здесь у нас... наш балкончик. Неплохой такой дом, сразу можно заметить, да? Ну и, в принципе, задний дворик. Хороший погожий солнечный день. И вроде бы все прекрасно. Так, ладно, наш герой только проснулся. Давайте для начала, наверное, оденемся, да? Что у нас там в шкафу? Нет, не хочет одеваться. Так, нажимайте, удерживайте L2, вы можете услышать, о чем думает ваш персонаж. Давайте попробуем. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ну что же, все понятно. Давайте тогда попробуем найти душ. Так, что это такое? Это, видимо, фотография счастливого семейства. Муж с женой. Ну и судя по улыбке на лице нашего героя, вызывает она у него явно приятные воспоминания. Какая-то записка оставлена нам. Давайте прочтем. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Так, ну, видимо, судя по всему, это наша супруга. И, ох ты, блин, не получилось, смотрите-ка. И, судя из записки, у нашего героя есть дети, раз она говорит, заберу детей. Значит, как минимум двое. И одного из них, как минимум, сегодня день рождения, раз она говорит. Подготовка к дню рождения Джейсона. Так, птичка. Да, здорово. Ну давайте дальше отматриваться, наверное. Посмотрим, что у нас в этой комнате.
Так, а здесь у нас туалет. Хорошо. Как говорится, утро начинается не с кофе. Утро начинается... Ну, вы поняли. Так, хорошо. Ну, теперь пойдем принимать душ. А вот, собственно, и ванная комната. Хорошо. Посмотрим. Да, правильно, надо почистить зубы. Так, быстро двигайте весь контроллер движения в указанном направлении. Хорошо. Давайте подвигаем. Необычно, конечно, джойстиком трясти из стороны в сторону. Это реально такая непривычная штука, которую есть и PlayStation. Но ничего, потихонечку освоимся. Неплохая такая разминка для рук, скажу я вам. Так, замечательно. Зубы почистили. А это что? А, это бритва. Ну да. Надо бы побриться теперь. Для выполнения некоторых движений необходимо контролировать скорость. При появлении этого символа используйте правый джойстик, чтобы выполнить движение медленно. Хорошо. Поехали. Медленно, аккуратно. Чтобы не порезаться. Есть. Теперь еще разочек. Хорошо. Ну, так гораздо лучше. Теперь хотя бы на человека похож. Отлично. Зубы почистили, в туалет сходили, побрились. Теперь самое время пойти, наконец, принять душ. Так. Оглядитесь, чтобы посмотреть, какие действия вы можете совершить, используя левый джойстик, чтобы посмотреть на душ. Хорошо. Ну, как видите, дорогие друзья, подача сюжета, вот эта камера, ракурсы, все очень необычно выглядит и сделано все, надо сказать, конечно, очень потрясающе. Такого на PC я не встречал лично, не знаю, как вы, может быть, есть что-то похожее, но я таких игр не знаю, такая игра, по-моему, одна. Так, снова мне доставляет бешено трясти контроллером в разные стороны, но вроде получается, вроде нормально. Хорошо, теперь самое время одеться. А потом уже продолжить путешествовать по дому, по собственному. Так, нажмите L1, чтобы изменить ракурс камеры. Используйте возможность, чтобы осмотреться. Хорошо. Замечательно. Так. Ну, отлично, теперь можно и одеться. Ну, типичная такая повседневная одежда, обычные джинсы, футболочка. Вернее, даже поло, наверное, скорее. В общем, типичное американское семейство, типичный американский парень. Видимо, с хорошей работой, раз такой дом. Довольный жизнью, счастливый человек. Так, что это такое? Мячики. Так, для выполнения действий, требующих высокой точности и аккуратности, нажимайте на указанную кнопку, как только она появится. Хорошо. Хорошо. Вроде пока получается. Отлично. Так, ну все, пожалуй. Поиграли немного и хватит. Ну, судя по обстановке, это чисто такая детская комната. Но детей в комнате нет. Две кровати, да, двое детей получается у нашего героя. Хорошо. Давайте поглядим, что здесь еще у нас есть. Так, немного упорно хожу пока что, но еще попривыкнем к управлению, потихонечку освоимся. Да, домик-то такой, очень даже ничего. Мысли персонажа меняются в зависимости от ситуации, не забывайте проверять их. Давайте проверим. Отличная погода. В самый раз для работы в саду.
Так, работа в саду? Пока Грейс с детьми не вернулись, надо поработать как следует. И просто работа. Давайте попытаемся поработать. Знал бы я еще где. Так, посмотрим. С днем рождения Джейсона написано, так что у нас такой тут музыка. Или что это? Да, судя по всему, приемник. Неплохой музыкальный вкус, скажу я вам. Довольно приятная композиция. Так, хорошо. Что у нас здесь? А ну вот, судя по всему, и рабочий кабинет. Так, я понимаю. Ну что ж, давайте поработаем немного. Кем работает наш герой? Так. Так, хорошо. И что это такое? Воу, как сложно. Какой-то чертеж. Наверное, он архитектор получается. Сейчас посмотрим, что это будет. Так, ах ты, блин, промахнулся. Черт побери, немного путаю кнопки еще. Вы нажали не ту кнопку. Да, я в курсе. Спасибо. Так, и что теперь? Я все испортил? Ну уже, что теперь-то? Вы нажали не ту кнопку, и все. Ага, отлично, понял. Теперь я нажал правильную кнопку. Так, хорошо. Довольно быстро их надо нажимать. Это на самом деле не так просто, как кажется, особенно когда не знаешь. Пока что еще не выучил, где находится квадратик, а где кружочек. Да, все верно, это чертеж какого-то здания. Так, ну хорошо. Давайте продолжим его чертить. Так, медленно, медленно и аккуратно. Хорошо. Теперь вниз. Не торопясь. Замечательно. Так, нажмите и удерживайте каждую появляющуюся кнопку, пока они все не исчезнут. Так, L1. Ах ты, черт. Не получилось. Попробуем еще раз. Нет. Хорошо. Потихонечку освоимся, ничего страшного. Аналогично, я нажимаю R1. Да, друзья, прошу прощения. Ну вот. Теперь получается. Кружочек. Три клавиши сразу надо нажимать. Отлично. Вроде вышло, и что-то получается какой-то. Довольно красивый чертеж, на мой взгляд. Так, X. Хорошо. Отлично. Так, ну и давайте продолжим. Стирательная резинка. Так, для выполнения действий, требующих силы и быстрой реакции, многократно нажимайте указанную кнопку, пока ее изображение не исчезнет. Хорошо. Без проблем. Теперь треугольник. Ну, вроде бы все получилось. Не совсем, конечно, идеально, но тем не менее, посмотрите, какой чертеж. Так, ну это еще не все. Хорошо. Продолжаем трясти контроллер. Шикарно. Ну вот теперь это похоже на настоящий эскиз. Так, R1. Хорошо. Воу. Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. Ну, это радует.
Так, ну что ж, поработали, теперь время отдохнуть и посмотреть, что еще у нас есть в нашем прекрасном доме, пока не приехала жена с детьми. Давайте пробуем сходить в сад. Помнится, он думал о том, что... Что это такое? Давайте посмотрим. Книга. Книга по архитектуре. Не совсем то, что я хотел. Ну ладно, давайте полистаем. Посмотрим. Да, определенно наш персонаж архитектор, причем довольно успешный, судя по обстановке в доме. То есть домик-то явно не бедный. Так, поглядим, что у нас здесь. Как не выйти? Что-то не получается пока что. А, это просто посмотреть в окно можно, да? Видимо. Хорошо. Давай сразу посмотрим, что здесь еще у нас имеется. О. Пульт радиоуправления. От чего он только? От машинки. Обожаю такие машинки. Наверняка все детства их любили и все играли, а сейчас еще технологии дошли вперед. Сейчас можно купить машинку с видеокамерой там и так далее. В общем, довольно крутая вещь. Так, ну хорошо, поиграли немного в машинку. Пойдем дальше смотреть, что у нас тут еще имеется. Так, тут можно много всяких разных действий совершить. Например, немного перекусить. Почему бы и нет? Ну, за окном стоит прекрасный погожий день. Дети какие-то играют. Так, о чем наш герой думает теперь? Давайте посмотрим. Кофе. Грейс. Дело к обеду. Грейс с детьми вот-вот вернутся. Угу, я понял. Так, жажда. Пить хочу. В холодильнике должен быть сок. Ну что же, давайте попьем. Так, вот он холодильник. Праздничный торт стоит. А вот и сок. Отлично. Ну, конечно же. Сок надо сболтать, чтобы осадок не был на дне. Если, конечно, сок настоящий. Так, ну и можно теперь пить. Только смотри, не облейся. Да уж, по-моему, довольно сильно мучила жажда нашего героя, раз он так аж даже закашлялся. Так, а вот и кофемашина, судя по всему. Он, по-моему, что-то там думал про кофе. Давайте попробуем сварить. Отлично. Ароматный заварной кофе. Что может быть лучше с утра? Так, хорошо. О чем ты еще думаешь? Надеюсь, Грейс купила Джейсону подарок. Да, я тоже надеюсь. Здесь задохнуться можно. Свежего воздуха. Хорошо. Давай прям открыть окно или что-нибудь такое. Посмотрим. Ну, может просто на улицу выйти. Ну, тоже неплохо. Глядим лужайку перед домом. Какая же чертовски приятная музыка играет на фоне. Все-таки, блин, за саундтрек отдельно можно поставить 10 из 10 оценку. А вот, видимо, и приехала Грейс, наша супруга. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Ах, сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Так, давай попробуем. Главное, аккуратно, не уронить их. Снова несколько кнопок подряд надо нажимать. Ну, вроде бы пока получается. Так, отлично. Ничего не уронили, все донесли. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел.
Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Так, хорошо. Конечно, с радостью. Шкаф в гостиной. Пойдем поищем. Может быть, здесь? Да. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Хорошо. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Ну, а я-то уж тем более так. Ну, давайте аккуратненько, тогда попробуем на самом деле ничего не разбить. Медленно, медленно. Лучше не торопиться. Так, одна есть. Этот будет сложнее. Получилось. Следующая в другую сторону. Отлично. Ах ты, черт. Ладно, вроде поставил все равно. Немного быстро сделал, но поставил. Так, на 4 персоны, то есть получается, гостей мы не ждем. Празднуем день рождения в кругу семьи. Хорошо. Выйду поиграть с детьми. Да, вот это правильно, на самом деле, это хорошая идея. Пойдем поиграем с детьми. Хотя давайте сначала, может быть, у жены спросим, может быть, ей еще чем-то помочь нужно. Дети там и друг с другом неплохо поиграют, скорее всего. Итан. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Ах ты, блин, не успела поцеловать ее. Уйди. Дело не в проворот. Да, к управлению, конечно, надо привыкать и привыкать еще. Ну ладно, хорошо. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Что же она купила-то, интересно? Ладно. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем. Да, время идет. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Так, ну окей, ладно, тогда пойдем. На самом деле поиграем с детьми. Значит, все-таки друзья придут. Ну странно, почему всего 4 тарелки в таком случае? Может быть, они придут позже? Так, а вот и задний двор. Так, подожди-ка. А, я закрыл, по-моему, получается. Наоборот, или что? Или что-то не понимаю. Да, я закрыл дверь наоборот. Ну, хоть эти стеклянные двери. Да чтоб тебя подкинуло, Итан. Давай, дружище. Вот так-то лучше. Так, ну привет, ребята. Ну вот, свободен как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, нет, я первый. Тише, дети, оба успеете. Так, хорошо. Джойстик позволяет управлять положением головы. Кого же выбрать? Меня, одного или второго? Меня. Давайте для начала, наверное, именинника. Ему сегодня исполнилось ладно, 10. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Ох, блин, главное его не уронить. Офигенно. Да, наш герой, Итан Марс, хороший отец, любящий муж. В принципе, все прекрасно у него в жизни. Чудесный солнечный день, день рождения одного из сыновей. И ничего не предвещает беды. Теперь чур я, чур я! Да, теперь твоя очередь, конечно. Так, хорошо. Аккуратно. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Офигеть. Ох, тут еще и контроллером движения надо управлять. То есть наклонами геймпада в разные стороны. Так, главное тебя не уронить. Это будет достаточно больно. Так, ну хорошо. Покатались немного. И, пожалуй, хватит. А
отлично. Ну давай, пап, ты же да, у нас силач. Где твои мускулы? Цепляйся крепче. Так, давай попробуем. Офигеть, конечно, двух ребятишек поднять. На самом деле, не так-то легко, как кажется. Довольно в хорошей физической форме, папа. Идите довольны. Ох, битва на мечах. Ну, в этом мне нет равных. Тебе не уйти от меня. Пришло время расплаты, негодяй. Ха, сдавайся, слабак. Твой час пробил. Ха-ха. Получи. Давай, жизнь. Ну все, я победитель. Давай. Ох, блин. Давайте немножко поддадимся, что ли? Пропустим что-нибудь. Вот так. Да, молодец. Ну, Джейсон. Позволим Джейсону победить, наверное. Давайте еще промахнемся разочек. Молодец. И еще разочек. Ну давай, Джейсон. Молодец. Так, но битва еще не закончена. Нифига себе. Это против правил, по-моему. За стол, дети. Идите есть. Так, ну все же я победил. Ну ладно. Тоже неплохо. Довольно прикольная была схватка. Так, ну пойдем теперь за стол. Поедим. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Так, Шона привезти, то есть второго сына. Хорошо. Он наверняка наверху, в своей комнате. Пойдем посмотрим. Так, Шон, ты где? Пора за стол, у твоего брата день рождения сегодня. А вот он. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон, конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Да, грустно. Птичка умерла. Конечно. Но, с другой стороны, для мальчика это будет хорошим уроком, что никто не вечен. И все мы, к сожалению, смертны. Счастливое семейство пошло за покупками в торговый центр. А, я хочу поискать ботинки для Шона. Побудь с Джейсоном, ладно? Обещаю, мы мигом. Конечно, идите. Мы никуда не пойдем, верно, Джейсон? Идем, милый. Так, ну что ж, хорошо. Чем будем развлекаться, Джейсон? Пока мама с Шоном пошли за покупками. Джейсон. Эй, Джейсон, постой, ты куда пошел-то? Джейсон. Джейсон. Джейсон, постой, не уходи. Джейсон. Какой непослушный ребенок. Джейсон. Такое ощущение, как просто меня не слышит. Так, ну давайте не пускайте его из виду. Все-таки, блин, в торговом центре много народу. И маленький ребенок легко может потеряться. Блин, да пропустите меня. Джейсон. Ну же, стой. Джейсон. Да боже ты мой. Джейс, лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик.
Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Какой страшный клоун. Классный. Терпеть не могу клоуна. На, держи. Я бы тоже выбрал красный, наверное. Ну или синий. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди. Подожди, папу, сынок. Народу очень много. Блин, ребенок куда-то пошел снова. Так, давай, деньги. В каком они кармане, интересно? Ну уже, поторопись. Итан, блин, ребенок уходит. Тут нету. Ах ты, черт. Задний, может? Тоже нифига. Черт побери, ребенок уже совсем далеко ушел. Давай скорее, ну же. Что, денег с собой нету или что? Сдачи нет. А, отлично, в другом заднем. Так, а где Джейсон? Ну, замечательно. Столько народу, ботинки никак не померишь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Да, замечательно. Побежали скорее. Джейсон! Где он может быть? Блин. Джейсон! Джейсон! Печально, конечно. Остали посмотреть за мальчиком. Буквально минутку я опустил его из вида, пока деньги искал. Джейсон! Здравский шарик, чтобы заплатить. Так. Внизу, может быть? Джейсон! Вот он, да. Скорей, надо спуститься по лестнице, пока я не потерял его в толпе. Так, 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 бегом, 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 Итан, давай. Как-то еще быстрее, можно бегать, нет, интересно? Джейсон! Вот отличный экскаватор. Джейсон! Давай, 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 давай. Джейсон! Офигеть, сколько народу, где же мне его искать? А, шарик, отлично. Вперед. Джейсон! Да пропустите вы, боже ж ты мой. Так, главное шарик на третий вид, вот он справа. Джейсон! Давай, скорее, давай, давай, давай. Джейсон! Выступитесь, пропустите меня. Джейсон! Где шарик? Джейсон! Блин, черт побери, где шарик? Я потерял его. Джейсон! Вот, вот там. Уже там. Джейсон! Давай, давай, скорее, 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 скорее. Вот его футболка, видно, вот. Вот он. Отлично, нашли. Джейсон! Джейсон! Твою же мать. Джейсон! Это не он. Вон шарик сзади. Черт побери, такой же ребенок с таким же шариком. Джейсон! Скорее, 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 скорее. Давай, давай, бегом, 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 бегом. Пропустите меня, он Джейсон! На улицу выходит, по-моему. Черт побери, он уже на улице. Черт! Джейсон! Расступитесь вы, ну! Боже мой! Люди! Фу! Где он? Черт! Твою мать! Вот он! Джейсон! Пап! Джейсон! Нет! О нет! Стой, стой, Джейсон! Нет! Твою же мать. Джейсон! Джейсон! Боже мой, нет! Нет! Нет, Джейсон! Боже мой, нет! Нет! Боже мой! Нет! Да. Не успел. Sony Computer Entertainment. Продукция Quantic Dream. Паскаль Лонгдейл. И Джейк Уэйл Эйнслей. Thank you.
Heavy Rain. Да уж, дорогие друзья, вот так начало, конечно. Офигеть. Посмотрите сразу, как изменилась стилистика игры. Все стало таким мрачным и серым. Только что считанные мгновения назад все было прекрасно. Было счастливое семейство, солнечный погожий денек, и ничего не предвещало беды. На следующее мгновение раз. И Джейсона не стало. Да, грустно, конечно, грустно. Два года спустя. Два долгих года прошло. А вот и наш герой, Итан Марс. Посмотрите, как он изменился в лице. Ну, собственно, оно и понятно. Потерять сына, это, конечно, очень тяжело. Это, пожалуй, наверное, самое тяжелое, что может быть в жизни. Привет. Привет. Потерять самого дорогого, близкого тебе человека. Но остался второй ребенок, и теперь нужно посвятить себя полностью ему. Ну что ж, друзья, давайте, пожалуй, тут закончим первую серию на этом моменте. И продолжим уже в следующей. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте оставлять свои комментарии по поводу этого прохождения, по поводу этой игры. Что вы на этот счет думаете? Но, конечно же, без спойлеров, потому что комментарии будут стоять на премодерации, то есть спойлеры не пройдут. Спойлерщикам бан. Ну а с вами был, как всегда, я, Валдай. Это была игра Heavy Rain на канале Epic Type. Подписывайтесь и ставьте большие пальцы вверх. До новых встреч, друзья. Пока-пока.